юристы, депутаты и виднейшие деятели культуры ввязались в борьбу за уникальную творческую лабораторию. Жизнь самобытного петербургского организма висит на волоске. Черные силы вмешались в это, то есть им будет хуже. Как говорит один из собственников этого дома, это законы бизнеса. В аналогичной ситуации и другие очаги культуры. Когда мы сюда вошли, по колено воды, все разрушено. Чем Петербург может помочь независимым творцам? Мы начинаем плодить безработицу изначально. Способна ли культурная столица защитить искусство от акул капитализма и просто недовольных жильцов? Как легко разрушить все, что создано, и как трудно заново создавать. Специальный репортаж Ольги Комок «Дети подземелья». В эту пятницу, сразу после итогового выпуска последних известий на 100 ТВ.